что за беспредел? Почему меня арестовали? Ты арестован за преступление, мы все знаем. Мистер, я ничего не делал, это какая-то ошибка. Потом разберемся, пока Толи в камеру, тебя вон уже подруга ждет. Хеллоу! Толи, нет, я тут не одна. Мистер, а может как-то договоримся? Я сейчас кому-то договорюсь. Взятку предлагаешь? Сильно богатый вижу. Да, я миллионер. Я и правда не должен тут быть. Тайлер, за работу. Ну чё, братан? Здорово, я Ева, сидевшая и уже не раз. Пожалуйста, полицейские, куда вы меня посадили, тут же помойка. Короче, Тайлер, разберись тут, а я пока пойду дочке наберу. Значит так, еще одно слово, и срок увеличится. Слышь ты, новенький, а ну-ка. Да ну что ж такое? Оп, жвачка. Оп, свеженько. А ну, понюхай, какое у меня дыхание. Вытащите меня отсюда. Ну, тишина. А ну слезь с меня! Ой! Мистер полицейский, а можно вас? Чё надо? А давайте так. Я вижу, с вами можно договориться, так что это... Давайте вам дам денег. Просто так? Ладно, давай пока начальник. Вы для меня сделаете люкс-камеру. Ладно. Что-нибудь придумаю. Доченька, ты заедешь ко мне на работу? А то там директор по поводу тебя звонил. Нет, пап, я не хочу. Я с друзьями в библиотеке книги читаю. В библиотеке, значит? А что это за музыка? Тина, ты что, меня обманываешь? Пап, плохая связь. Все, пап. Пока, пап. Она что, совсем офигела? Ой, простите, мистер Нейт, я уже тут. А ты чего опаздываешь? Там такие пробки, ужас. Опять проспала, а Тайлер там один работает. Простите, простите, я больше так не буду. Уволю. Ой, не-не-не. Достали, почему все решили меня выйти? Вау, то, что надо. Ой, что за пишешь? Вы куда моего соседа увели? Помолчи там уже. Это моя тюремная люкс-камера. Я старался. Все из самого дорогого магазина. А почему я в бомжатике, а он в золоте? А я тоже так хочу. Ева, а у тебя деньги есть? Нет. Ну вот поэтому ты будешь сидеть в бедной камере. Ладно, Тайлер, ты пока свободен. А я хочу подкачаться. Опа-на. А это что такое? Вот это он крутой! Офигеть! Ева, ты чего? Давай встречаться! Мой выпадет! Совсем? Я с бедняками даже не общаюсь! От меня не убежать! Ну бойте, живее, живее! У вас еще много работ! Вот это да! Тут лучше, чем у меня в камере! Фу, что за бомжатник? Для заключенных есть исправительные работы. Вы, значит, будете мыть кухню. Уборка! Ты понимаешь, что слово «я» и «мыть» несовместимы? Фу, оно и видно. Меньше слов! Быстро тряпки в руки, работа! Ладно, видно, сбежать не выйдет, придется мыть. Кто-то. Интересно. Где моя напарница Мия? Неужели опять проспала коза? О, какой ужас! Что это? Ой-ой-ой! А!
за небольшую плату. Я все организую. Держи, Крис, значит, для тебя подготовил специально. Что? Я думал, ты меня сводишь от этого. Я не буду убирать, это унизительно. Крисик, а давай я помою пол за тебя? Вот, давай, только эту будущую тряпку убери. Ага. Так, значит, ладно, вы тут пока развлекайтесь, я пошел. Ты там это, давай, тщательно мой. Ой-ой-ой, я подскользнулась! О, фу, бедняжка! Убери от меня свои руки, вонючка! Крис! Ты мой герой, ты меня спас! Выпустите меня отсюда! Выпустите меня! Она ко мне пристает! Это я еще не начинала! Иди сюда, мой красотулик! Заходи быстро! Хватит! Быстро сними с меня наручники! Я буду жаловаться папе! Он начальник полиции! Угу. Вот твой папа! Сама с ним и разговаривай! Попалась, дочка! Потусила! Я все знаю! И где ты была, тоже! Офигеть! Так это ты приказал меня поймать! Испортил вечеринку! Да, я! А что ты хотела? Не слушаться отца? Отвали! Все, я уже опаздываю, я пошла. О, приказ был вас никуда не отпускать. Папа! С меня хватит, я тебя наказываю. Нет, только не наказание, папуля, пожалуйста. Ничего не знаю. Сегодня будешь помогать мне и работать с Мией и Тайлером. О, а это круто. У нас как раз там буйная бабушка в камере сидит. Тине будет весело. Бабушиха! Нет, ну за что, за что? Мия, иди и покажи Тине, что нужно делать, и познакомь с Тайлером. Заходим быстрее. Вы плохо справились с предыдущим заданием. Вас ждет еще одна отработка. Бабушиха, ты забыла? Ты живешь в бедной камере. Так, давай, заходи быстро. Ты же знаешь, где твое место. Но, миссис Мия, отпустите меня, пожалуйста. О, где мой шуброд? Вот, спасибо. Мия, наконец-то ты пришла. Ты чего опаздываешь? Я вообще-то была на очень важном задании. Это дочь мистера Нейта, и она наша помощница на сегодня. О, это то, что нужно. Как раз нужно этих оболтусов тюремных накормить-то. Не трогай меня! Не кричать! Сейчас обед, и тебе нужно накормить заключенных. Так, значит, это для бедной Евы, а это для богатого Криса. Не будем тебе мешать. Ненавижу папу. Еще переделок кормить. Вот, держи, это твой обед. Реально? Мой? А это тебе. Ты уверена, что это мой обед? Ой, замолчи уже и кушай. Что за безобразие? Кто посмел миллионеру дать бомжатскую еду? Вау. А этот заключенный такой красивый. Живи сама эту фигню. Хорошо, я съем, если ты так хочешь. Не-не-не, я ж пошутил. Ты же никак эта бомжиха ела. Что, Ева, вы меня звали? Я не думала, что когда-то влюблюсь в заключенного. Крис такой красивый. Тина, что такое? Ты почему тут? Да так, ничего. Что, сбежать хочешь? Не выйдет. Нет, ты что? Я решила, что я останусь и помогу. Неужели у моей дочери появились мозги? Ну, молодец. Ты начинаешь справляться, моя хорошая. Быстрее, быстрее! Не задерживаемся. Мия и Тайлер молодцы. Опять он. Крис.
Дина, что такое? Что с тобой? А, ничего, пап. У меня тут идея появилась. Идем, расскажу. Че вы, как улитки? Давайте быстрее двигайтесь. Крестик, а ты бы взял меня в жены? Я думаю, мы были с тобой отличной парой. Ни за что. Я лучше умру в одиночестве, чем с тобой. Да что с ним такое? Я все равно добьюсь тебя, красавчик. Что такое? Мия! Кто тебе разрешал спать на работе? Простите, я не хотела! Мия, я тебе сейчас штраф выпишу, поняла? Да! Здравствуйте, мистер Зак, заключенные прибыли для работы. Отлично! Для какой еще работы? Я взял вас в аренду. Будете мне будку для собаки строить. Чтобы я работал? Я не буду работать. Слушай сюда, богатенький капризный мальчик. Ты в тюрьме будешь делать то, что говорят тебе. На. А это что? Мне не нужен молоток. Я использую только нанотехнологии. Что это? Это Айхаммер 2024. Так, мы оставляем вам работников. Делайте с ними все, что хотите. Все, удачи! Ну что, Ева, ты будешь красить панель, а Крис будет забивать гвозди. Ну ладно! Сейчас как нарисую. Я все решила. Что ты там уже надумала? Я хочу сесть в тюрьму. Можно? Что? Ну, я ведь себя плохо веду. Постоянно сбегаю на тусовки. Вот накажи меня и посади. Дина, иди отсюда. Ты ненормальная. Ну, папа, если не хочешь меня сажать, значит, я с ним по документам. Ты тоже меня посадишь в тюрьму. Дина, я заберу у тебя карманные деньги. Все, иди. Хорошо. Раз не хочешь меня сажать в тюрьму, я сделаю все, чтобы ты это сделал. Готово! Ева, не отвлекайся! А? Крис! Это тебе сюрприз! Ева, что за фигня? Крис, я тебя люблю! Да, мой красавчик! Ева, я из-за тебя уронил молоток на ногу! Ай, как больно! А это вообще идея. Больно! Врача! Врача! Сейчас позову, спокойно! Крис, я тебе помогу! Я сделаю тебе искусственное дыхание! Нет! Не надо, ты же воняешь. Я лучше вон работой займусь. Есть, вот эта выручка сегодня огромная. Здравствуйте. О, еще клиент. Проходите, выбирайте, а я вам скидку сделаю. Спасибо. Можно и без скидочки. Я беру это. Может, вы померяете? Она не всем подходит. Это на подарок, пробивайте уже. Угу. Так, с вас $250. Держите. Спасибо за покупочку. Блин, что же я делаю? Я же хотела его украсть. А это вообще-то ограбление. Эй, что вы делаете? Верните деньги. Не могу. Это ограбление, Шка, и мне очень надо сесть в тюрьму. Охрана! Охрана! Тут воровка! Да, я воровка. Все смотрите на меня. Я украла бабки и парки. Украла? Огромную сумму денег. Да. Вызывайте полицию. Вот. Это гордость полицейского участка. Лучший работник года. Мистер Нэй, там такое! Такое! Что? Мы только что с Тайлером поехали на вызов и арестовали преступника. Ну, молодец. Хорошая работа. Ага, но этот преступник ваша дочь. Что ты такое несешь? Не может этого быть. Мия, за обман я тебя уволю. Не-не-не.
Она украла платье из магазина и 100 тысяч долларов! Ну все, Тина напросилась. Раз хочет в тюрьму, садите ее в клетку. Вы уверены? Быстро выполнять приказ. Хорошо, мистер Найт, будет сделано. Оп-оп-оп, танцуем, друзьяки. Я буду сидеть тут. Тина, я в шоке, что это приказ твоего папы. Ты куда меня привел? Я хотела в красивую камеру. Ура! Я привелась подружка! Не трогай меня! Я хотела в красивую камеру в Крис! Ну, что ты в обжатке? Тишина! Гу, жесть! Тебе не повезло быть в камере с этой сумасшедшей. Спасите! Бабка, пожалуйста! Шарик, иди сюда! Спасите! Да-да, слушаю. Вот это да! Джакузи в тюрьме, это офигенно! Ваше тюремное высочество, я принес вам коктейль. Спасибо, свободен. Скоро еще пришли двигаться. Сейчас буду фоткать вас на документы. Ну, это лучше, чем находиться в одной комнате с этой вонючкой. Офигеть, отвратительно себя ведет. Дракой, я тут. Хотя поцелуй. Достал уже, убей свои руки, нищенка. Так, тише там. Крис, давай ты первый. Значит так, сфоткай меня так, чтобы я смог сразу в Инстаграм выставить, ясно? Я хочу фото с Крисом. Нет, у меня не будет фотки с нищенкой и чудовищем. Крис, а можно я с тобой сфоткаюсь? Конечно. Офигеть! Ну, я ему устрою. Я знала, что моя жвачка пригодится. Что это такое? Я подошла с ума! Так, селфи. Есть. Все, с вами закончили. Тина, Крис, ждите меня за дверью. Хорошо. Идиоты. Я этого так не оставлю. Давай, иди. Фоткай меня. Ага, конечно. Буду я тебя на дорогой фотик фоткать. Я тебя знаю что. Я тебя нарисую. Готово! Вау! Это же мой первый портрет! Так, все, закончили упражнение, теперь быстро на исправительные работы. Значит так, это все мы должны загрузить в бусик. Мы что, грузчики? Вы заключены! Или не ясно? Быстро начали загружать машину. Все. Капец. Я не думала, что тут все настолько ужасно. А ну, подвинься, тут люди работать будут. Я не буду. Слышь, коза, лучше не беси меня. О, хорошо, что тут что-то легкое, а не тяжелое. Крис, иди сюда. Крис, я хотела сказать, что села в тюрьму ради тебя. Серьезно? Ну да, ты мне очень понравился, я хотела поближе познакомиться. Ну, если честно, то ты мне тоже нравишься. О нет, тебя лезет к моему Крису! Мистер Найт, вот отчет за сегодняшний день. Давай сюда. Что там моя дочка? Все отлично, отрабатывает со всеми. Отлично. Так, ну посмотрим. Не понял. Что-то не так? Почему моя Тиночка в бедной камере? Вы офигели?
Все нормальные забиты, вы же знаете. Вы что, не могли нормальные условия устроить? Я все сделаю, мы организуем богатую камеру. Чтобы утром она была там, ясно? Да. Ух, хорошо, что Талер для Криса сделал люкс с камеру, и теперь нам не влетит. Переведем Тину туда. Так, давайте. В темпе, сейчас будет отбой. Слушай, Талер, что-то мне скучно. Может, ты меня развеселишь? Ну, за денежку все что угодно. Сейчас будет шоу. А это реально смешно. Браво, Тайлер! Хватит! Ну что за фигня? Я спать хочу! Так, все, концерт окончен. Всем спать, тишина! Нет. Вот идиот, ты же даже не шумим, а? Ты же сам шумит. Наконец-то ушел. Офигеть, а мне где спать? Не поняла. Тина, офигеть, как ты это сделала? Даже не знаю. У тебя, наверное, тоже открыто. Я кое-что придумал. И Тайлер нам в этом поможет. Тайлер! Ого, это же настоящее свидание. Ну да, все для тебя. Может, когда мы выйдем из тюрьмы, мы сможем быть вместе. Конечно, сможем. Кстати, а почему тебя посадили в тюрьму? Да. Я забыл пин-код от карты. Вот меня и посадили. Думали, я преступник, не поверили. Ого, это ошибка. Нужно сказать папе, что у него тупые полицейские. Ну все, я пойду. Уже утро. Мы так хорошо провели время. Я люблю тебя. Так, стоп. Меня послышалось или кто-то сказал, Крис, я люблю тебя? Ай, не, послышалось. Ну смотри, мне тут. Значит так, кое-какие изменения. Тину мы переселяем. Слышь. Вы офигели? Куда? Она ж моя подруга. Это не обсуждается. Вернусь через 15 минут. Тина, будь готова. Офигеть. За что? Тебя решили отпустить? Тина. Тина, это тебе. Что это? Игрушка из моих волос. Я переглаю ее для особого случая. Я буду скучать. Какой ужас. Ну что? Идем со мной. Теперь ты будешь жить здесь. Что? Твой папа просил переселить тебя в условия получше. Офигеть! Вы не верите? Ура! Ну это точно судьба! Офигели! Ох ты, крыса! Вот как вышло! Коза вонючая! Кто бы говорил? Отдай игрушку! Мы больше не подруги! Да подавись ей! Тихо! Все! У меня стресс! Я хочу в туалет! Так, кто еще хочет? Я тоже пойду. Ой, так у меня же прям в камере туалет. Может, Тина туда сходит? Нет! У девочек и у мальчиков раздельный туалет!
Идем все за мной. Так. Подождите. Ну, ладно. А я тогда пойду в свой лакшери туалет. Фух. Обожаю все золотое. Какой ужас. Там без противогаза нельзя. Ого, что это запах? От тебя стало еще больше вонять? Ну, стерва, держись! Офигел, отпусти меня, быстро! Совсем смотришь! Будешь сидеть в личном туалете. Ну что, Ева, ты уже справилась? О, так, да. Тебя там этот, Нейт вызывает. Зачем? Что-то случилось? Не знаю. Идем, он все расскажет. Воздух! Неужели свежий воздух? Эта бомжиха мне достала! Здравствуйте, мистер Нейт, вызывали? Я тут изучил твое дело. Ага, и что там? Ты вела себя хорошо, и мы тебя досрочно выпускаем. Вы чего это? Не-не-не, не надо. Нет. Не понял, ты хочешь тут остаться? Это, ну да. Так-то, мне негде жить, а тут хорошо. Так это не причина, Ева. Хочу признаться. Я это, короче, обокрала 20 старушек, а, да. Что? Ева, это ужасно. Да. Тебя нельзя выпускать, ты должна сидеть здесь. Да. Как же я тут Криса одного оставлю? Что ты сказала? А, говорю, ничего. Ну, я это все, пошла, короче, в свою камеру. Всего хорошего. Мистер Нейт, у нас тут срочное задержание! Какое? Да вот, дамочка обратилась. Этот бомж взломал мой дом. Он хотел там поселиться. Ну да, в богатом доме очень тепло, шкафчик есть. Так, Мия, посиди его за решетку к Еве немедленно. Пусть вместе бомжуют. Как скажете. Идем. А вы пишите заявление. Конечно. Давай. Ты куда ты бежишь? Поднимайся, держи крылышко. Ага. Вроде вот. Давай. Да уж, Ева, не думал, что ты такая ужасная преступница. Бедных бабушек обманываешь. Да, я такая. О, Ванючка вернулась. Капец. Чего? Не ожидали? Фигушки вам. Я не уйду отсюда. Я боюсь. Так, Ева, двигайся. У тебя тут этот сосед появился. Привет, мадам. Только не бомж. Прием. Тайлер, срочно приведи мне Тину. Соскучился по дочурке. Есть. А ну, тихо там. Тина, на выход. Смотрите, что нашел. Придурок! А я от тебя прячутся! Отдай! Ваша дочь доставлена. Тайлер, ты офигел? Почему она в наручниках? Я думал, Тина как все. Тина не преступница, она тут на перевоспитании. Извините. Ошиблись. Доченька, ну что, ты все уже поняла? Ну, не знаю. Хватит тебе уже здесь сидеть. Нет, ты что, еще не хватит? Да вы что, все сговорились? Ева домой не хочет, ты тоже не хочешь. Что такое? Я просто еще не до конца осознала свою вину. И вообще, я ворую у тебя дубинку. А ну, отдай. Ладно, посидишь еще. И скажи, тебе хоть сделали хорошие условия? Ну да, переселили в богатую камеру. Ну, хоть что-то хорошее. Моя доченька в тепле и уюте. Тайлер, я подумал, будет вам СМИ и премия. Спасибо. А теперь отведи дочку обратно. Пусть посидит. Девочка, ну не плачь. Отстань, я люблю Криса. А плакать зачем? А он меня не любит. Он любит эту стерву. Любимая, а зачем тебя вызывали? Да так, забей. Я уже обо всем договорилась, и мы еще будем долго вместе.
Я сейчас козявками обстреляю. Ева, давай помогу. Они не долетают. Тиночка, это для тебя. Вау, как красиво. Откуда тут дискошар? Ну, Тайлер и не такое за деньги сделает. Офигеть. Как красиво. Я завидую. Крис, что ты делаешь? Тина, выходи за меня. Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Да, да, я согласна. Нет, только нет, Крис. А как же я? Эй, Ева, я тут подумал, а хочешь, можешь за меня выйти? Нет, я люблю Криса. Ева, ненавижу. Надеюсь, вы просидите тут до конца своих дней. Никогда по-настоящему не поженитесь. Ой, как тут хорошо. Я бы навсегда тут остался. Крис, нужно сказать папе. Ну, мы скажем. Я думаю, он обрадуется. Это что такое, Тина? А вот и мой папочка. Папуль, познакомься, это мой будущий муж. Что себе позволяешь? Так вот для чего ты здесь захотела остаться. Ого! Вижу, тут такое начинается. Ого, так и не надо. Мистер Нейт, я люблю вашу дочь. Замолчи! Ты заключенный, и у вас не может быть ничего общего. Папа, нет! Я никуда не пойду! Я останусь с Крисом! Здравствуйте. А я пришла перепроверить, посадили вы этого бомжа или нет. Не переживайте, посадили. Мама? Сынок! Ты что тут делаешь? Ты же был в самом люксовом отеле. Ну, да я пин-код от карты забыл. Вот меня и посадили. А телефон забрали, и я не смог тебя набрать. О нет, идиоты! Вы посадили моего сына! Да знаете кто я? Вам конец! Мам, я тут с Тиной! Закрой рот и живо домой! Да! Ура! Справедливость восторжествовала! Да! Ну, раз Крис ушел, ты, доченька, возвращайся обратно. Опа-на! А наша соседка остается! Будем подшучивать над ней? Конечно! Опа! Эх, жаль, Крис так и не влюбился в меня. И что натворили? Вы понимаете, что у нас сидел сын очень влиятельной женщины? Простите, мы думали, что он преступник и украл банковскую карту у кого-то. Вам штраф и больше никаких медалей. Мы справимся, правда. Только скажите, что с дочкой делать? Я уже все придумал. Смотрите! Придурки! Не обращай внимания на этих отбросов. У них даже ногти накрашены. А что? Тоже такие хочешь? А давай мы еще татухи нарисуем. Опачки! Чё, самое мелкое и самое смелое? Бабки гони, не мешай! Быстрее! Всё! Хватит с них, погнали! Укол был вообще не болючий. Ну я же говорил. Я на секундочку. Как же я устала быть хорошей. Привет. О, милашка, а ты что тут забыла? Заглохли! И
что такая милашка забыла в компании плохишей. Хочешь с нами на тусовку? Я... Да, только... Дина, с тобой все в порядке? Они тебя обижали? Нет, мы просто разговаривали. Дина, а ну быстро домой! Мама, я тут разговариваю с одноклассниками. Познакомься, это Зак. Добрый день, миссис Анита. Здорово, тетя! Ну, что там насчет тусовки? Я... Не смей цепляться к моей Тине. А она твоя? А ну быстро домой, у нас еще званый ужин. Крис, пойдем. О, кажись, кто-то втюрился. Тина будет моей девушкой, отвечаю. Ну все, попал наш Зак. Пора угорать, погнали. Добрый вечер. Рада приветствовать всех интеллигентных ребят на ежемесячном званом ужине. Миссис Анита, вы лучшая. Вот так должны проводить свои вечера подростки, а не как Зак и его компашка преступников. Да, конечно. Ой, да не такие они уже и плохие, мы их просто мало знаем. Эти дети, они отбросы общества, и приличные девушки с такими даже рядом не стоят. Поддерживаю. Конечно. У меня есть речь. Мы с Гарри подготовили выступление для младшей школы. Прекрасно. Прошу. О, мам, здорово! О, сынок, ты его друзья! Здорово, миссис Кристи! Чё? Я тебе какая-то старая тётка или что? Ай. Сорян, Кристи, Нейт просто дурачок. Не поняла. А это что за стерильность? Реально, мам, что это? Так это ж я для вас старалась! Чтобы устроить подарок! Прошу обращаться ко мне, мисс Элис. Я пришла поговорить по поводу поведения вашего сына. Ясненько. Ну чё, ребят, поговорим с вашей любимой училкой. Ещё как. Что вы задумали? Хватайте её все! Пришли! Офигеть! А это чья тачка? Твоя! Чего? Вы серьезно? У меня же не день рождения! Ну, ты ж давно мечтал о тачке. Тем более, тебе ж на чем-то надо подкатить к Тине. Знаешь, сколько всего нам пришлось стырить и продать, чтобы купить ее? Обалдеть! Вы лучшие! Ну все, хватит уже этих нежностей. Вперед за своей девчонкой! Ну все, Тиночка, жди. Твой принц уже в пути. Нужно умываться, чтоб микробы все ушли. Ручки мыть нужно каждый день. Что это? Это Зак! Я сейчас кому-то покажу, как нарушать общественный порядок. Это что за фигня? Ой, всем привет! Это я решила вам помочь и украсить все для тусовки Зака. Ты что, единорога стошнила? Что это за розовая лабуда? Тупица! Ребятки, тут надо все исправить, а то мой сын в обморок шмякнется. Сек!
Красава, Нейт! Ну, я вижу, вы тут и без меня справитесь. А мамочке пора на свою тусовку! Что вы собрались делать? Вали, не мешай! Как ты смеешь? Я сейчас вызову полицию! Миссис Анита, только не надо этих истерик. Я сюда приехал, чтобы забрать вашу дочь на вечеринку. Да что ты себе позволяешь? Привет. Привет. Ты готова? Да. Да что может случиться от одной вечеринки? Да, Тина! Да ну пошел отсюда, а то я тебя сам прогоню! Крис, нет! Тина, стой! Не смей, лиздака! Крис, не надо! Я не позволю этому придурку приближаться к тебе даже на 100 метров! Ну, ты сам напросился. Идем. Доченька, ты куда? Я тебе запрещаю! Мам, ну пожалуйста, можно я проведу хоть один вечер так, как я хочу? Ты этого хочешь? Да! Не переживайте, я позабочусь о вашей дочери. Тина! Тиночка! Платье, только не запачкай! Ну я же для Зака старалась! Ты сама-то не задолбалась за ним бегать? Заку ты нафиг не нужна! О, а вот и Зак со своей новой подружкой. Погнали встретим! Какая еще подружка? Ты-то куда? Сиди здесь! Тина, вот успокоительное, выпейте. Что же будет с Тиночкой? Зачем я ее отпустила с этим хулиганом? Нужно разобраться с этими плохими. Они уже все границы переходят. Что вы задумали? Они ведь могут с вами что-то сделать. Ой, миссис Анита, не нервничайте. Так, мы вернем Тину домой. Так, останься с миссис Анитой. Идемте. Ну что, готова танцевать? Я боюсь. Я никогда не была на таких вечеринках. И вдруг твои друзья меня не примут. Если ты понравилась мне, то понравишься и им. А вот и наша милашка. Приперлась, значит, к нам в компанию, да? Ну тогда... Добро пожаловать! Ну что, готова отрываться? Да. Но только не в таком прикиде. Давай пойдем подберем тебе более подходящий шмот. Ну где же Зак? Когда же он придет? Не липни, а? Радуйся, что тебя не выгнали. А вот и я. Зак, я так рада тебя видеть. Всем привет. Офигеть. Отлично выглядишь, малышка. Что это правильное тут делает? А ну отойди от Зака. Все! Внимание! Сегодня я нашел любовь всей своей жизни. Да как вы? Да как ты? Наконец-то она свалила. Добро пожаловать в семью. А вы что, все родственники? Нет, конечно, просто мы всегда друг за друга. Вот и семья. Ого, круто! Че ты стыли? Хочешь вставать? А может, отводить шагнул отобьем? Тогда нас полиция арестует. Вот вам, придурки! Мелани, блин! Так, кажется, бегут. Это наш шанс испортить их вечеринку. Погнали! Это кто тут лапает тачку нашего друга? Вы гляньте на это!
Это кто ты такой бессмертный? Офигеть! Вот так мы наказываем хулиганов! Они совсем страх потеряли! Хана вам, ребятки! Да! Ну как тебе вечеринка? Очень круто! Жаль, что мама с папой развелись. Он бы отпускал нам такие вечеринки. Он был рок-музыкантом. А, так вот кого ты такая. У меня, кстати, тоже нет отца. Его подставили и посадили на пожизненный срок в тюрьму. Мне очень жаль. Это, может, странно, но я даже рада, что мы так похожи. И я. Стой! Я просто никогда не целовалась. Тебе понравится. Что за крики? Кажется, с улицы. Возвращайся на вечеринку, я разберусь. Крушите их логово! Вот вам! Да не будет приближаться к нам! Вот вам! Ах, вы уроды! Ну, держитесь! Крис, валим отсюда! Нет! Мы должны показать этим отбросам, где их место! Тиночка, они меня избили! Эти придурки жестокие! Ты что? Как ты тут оказался? Тиночка, я пришел тебя забрать, а эти изверги на меня накинулись! Мы идем со мной! Тина, бежим, нас сейчас всех арестуют! Тина, не совершай ошибку, идем со мной! Прости! Ну что, попались? Отпустите ее, она ни в чем не виновата! Зак! Тина! Тина! Тиночка! Мама! Я знала, что все так будет, и тебя нельзя было отпускать! Это все из-за тебя! Так, призываю вас к порядку! Итак, в очередной раз ваша компания устроила дебош. Да так, что аж полиции пришлось вмешаться! Да это все милашки начали! Почему мы за всех отдуваемся? Да потому что вы отбросы общества и преступники! О, преступники! Тишина! Спасибо. Итак, Тина, вот я тебя не ожидала. Как ты вообще оказалась на той вечеринке? Пустите ее! Она ни в чем не виновата! Это все я. Миссис Анита, простите. Ладно, на первый раз Тине прощается. Ой, спасибо большое вам, миссис Элис. Дальше. Нейт, Китти, Синди. Вас отправят на исправительные работы. Будете убирать город. А с этим что? Его что, просто так отпустят? Нет. Зак, как злостный нарушитель, обязан выплатить штраф $50,000. Иначе отправится за решетку. Чего? У меня нет таких денег. Значит, идешь за решетку. Забирай его. Отпустите! Это несправедливо! Эй, не забирайте его! Нет! Я вернусь к тебе, Лена, обещаю! Я его люблю! Ну, зачем он тебе нужен? Есть куча других приличных парней. Вот Крис, например. Мне нужен только Зак! Мама, мамочка, пожалуйста, заплати за него штраф! Он преступник, его место только за решеткой. Тогда я тоже сбегу. Я на все готова ради любви. Это
И я очень рада, что ты с ним больше никогда не увидишься! Ты не разрушишь нашу любовь! Я на все вылезу быть знаком! Сейчас будет вам сенсация! Скажите, пожалуйста, каково быть самым молодым преступником в городе? Я не преступник! Любовь не преступление! Я вернусь к своей любимой! Отпустите меня! Дина! Это Яна, самая любимая, про которую говорил Зак! Обалдеть! Я вижу у вас кольцо на пальце! Да, Зак сделал мне предложение, и когда его выпустят, мы поженимся! Вот это да! Преступная любовь! Какая романтика! Ты снял? Ого! Видал, про тебя интервью вышло? Мне пофиг. О, да ты, оказывается, помолвлен? Чего? Что за бред? Кесси? Вот крыса! Тина же поверит! А ну выпусти меня отсюда! Пусти меня! Отпусти, говорю! Мне нужно к моей девушке! Нападение на полицейского! Мне нужно выйти отсюда! Выйдешь года через два! А ну вернись! Вернись! Тиночка, вот ты где! До сих пор убиваешься по этому придурку. Хватит его оскорблять! Зак мой парень! Уверена, что твой? Смотри. Зак сделал мне предложение, и когда его выпустят, мы поженимся! Я вернусь к своей любимой! Как он мог? Он обманул меня! От такого гада можно только такое ожидать. Крис! Радостные новости! Что, ты показала тебе интервью? Да! И теперь она ненавидит Зака! Отлично! Пришло время действовать. Исправительные работы! Нам хотя бы больше повезло, чем Заку. Смотрите, наши неудачники работают. Ну, труженик из обезьяны сделал человека. Может, и из них получится. Прям лицо! Валите отсюда, пока целые. А что вы нам сделаете? Побьете? Ну, тогда попадете за решетку, как и ваш друг неудачник. Единственный неудачник здесь ты. А Зак выйдет, и вам хана. Ой, как страшно. Ну все. Достали! Трусы! Доченька, ну не грусти так. Это всего лишь первая твоя неудачная любовь. Ага, и меня сразу же предали! Кира, мне же Зака! Лизанита, Тина, добрый день. Тина, это тебе. Ты согласна стать моей девушкой? Так же ж быстро. Приличной девушке нужно сначала подумать. Да что тут думать? Я согласна. Что? Мне не послышалось. Я награл. Я тоже. Тогда собирайся быстрее. Пойдем на интервью. Будешь со мной открывать выставку отца. Отлично, я готова. На, поставишь цветы в воду. Ага. Сын самого богатого художника. И сегодня открывайте ей выставку. Какие у вас ощущения? Прекрасно! А самое главное, что рядом со мной моя любимая девушка Тина. Оу, так вы пара? Тина, пару слов для прессы. У меня самый лучший парень на свете. А еще я бы хотела передать привет Заку. Ты подлец, придурок! Надеюсь, ты никогда не выйдешь из тюрьмы. Видел бы ты свое лицо! Я уничтожу Криса! Не успел! Зато мы успели! Нейт? Синди? Откуда вы здесь? Пришли спасти тебя! Вы лучшие! Быстрее, я не смогу его долго держать! И кто тут у нас собрался сбежать? Ай, капец вам! Блин! Нет! Бегите скорее и расскажите все Тине! Скажите ей, что я люблю ее!
отличная выставка. Так люблю современное искусство. Может, твой папа сможет написать мой портрет? Да я и сам могу. Я неплохо рисую. Ай, чего? Ай, да это я случайно. Получилось? Не. Капец. Зак просил объяснить все. Пора. Всем бежать! Эта выставка захвачена! Ты идешь с нами к Заку. Никуда я не пойду. Он меня предал вон с этой. Кстати, об этом. Давай, быстро рассказывай всю правду. Какую? Я ничего не знаю. Правду про вас с Заком. Ладно, ладно, только не бейте. Я заплатила журналистам, чтобы они сделали то видео так, как мне надо. На самом деле я никогда не встречалась с Заком. Обалдеть. Значит, он и правда меня любит. Да! Так, Тина никуда не поедет. Ариэль, Гарри. Уверен. Миссис Анита, скажите им, не пускайте Тину. Ты правда его любишь? Больше жизни. Тогда вперед. Спасибо. Нет! Так а ты, оказывается, нормальная тетка. Я ради дочки на все готова. Так. Тина, я так ждал, что ты придешь. Прости, что повелась на это интервью и сразу не спросила обо всем у тебя. Главное, что сейчас ты со мной. Ты за решеткой. Ну ничего, я добьюсь, чтобы тебя выпустили. Че зависли? Ты свободен. Выходи. Ну ладно. Я не могу в это поверить. Мама, я так рада за тебя. И мне никаких денег не жалко ради тебя, доченька. Выходит, вы заплатили за меня штраф? Но вы же были против меня. Я никогда не видела Тину настолько счастливой, как с тобой. Вы мне так напоминаете нас с папой Тины. Спасибо, мамочка. Браво! Вот это цирк! Класс! Уйди, Крис! Ты не помешаешь нам с Заком быть вместе! Этот отброс все равно скоро навсегда окажется за решеткой! Как я его папаша! Да! Что ты сказал? Твоя судьба — это тюрьма! Я посажу тебя так же, как мой отец посадил твоего! Это твой батя подставил отца Зака? Мы сейчас тащим ему частюля! Пусти меня! Дети! Не надо марать руки об этот мусор. Лучше сыграем с тобой в труса. И раз и навсегда решим, кто из нас круче. Правила знаешь? Еще как знаю. Я согласен. Для тех, кто не знает правила, нужно громче всех крикнуть обзывательство про училку. Кто испугается, будет лошарой до конца школы. Поехали! Ты первый. Как скажешь. Училка Элис, идиотка! Теперь ты? Да расплюнуть! Училка Элис! Овца! Крис, молодец! Молодец! Ну что? Чуть-чуть громче! Училка Элис! Овца! Училка идет! Лошара! Отец Криса подставил твоего, а ты отомстил Крису! Справедливость восторжествовала! Главное, что моя любовь со мной. Конфеты! Мои любимые, обожаю! Мелко, ты офигела? А ну быстро, сними наручники с меня! Ага, конечно, ты мне запрещала кушать сладкое. Тебе нельзя столько сахара, мелкая! Ну все, ты получишь! Это что такое? Мама, мелко мне
наручниками, еще и конфеты ест. Ей же нельзя. Вы что, совсем? Мам, нет. Я сама на себя наручники надела. Вы же девочки, а ведете себя как бандиты. Ну, держись, мелкая. Это были твои последние конфеты. Не догонишь, не догонишь. Девочки, вы что творите? Успокойтесь. Ага, получи, Дилда. Синди, ты что, у папы еще и дубинку взяла? Ага, я полицейский сейчас на кабинку строю. Теперь тебе конец. И посмотрела за заключенными. Не-не-не-не, я был папа! Все, Ева, я сказал, ты останешься тут. Поняла меня? Папа! Эй! Да ты че ноешь? Давай с Луной играть. А то мне скучно, а отца не хочет. Ладно. Давай, уголовница, все равно у вас тут скучно. Проходи, давай! А ну отпустите меня, копы! Я ни в чем не виноват, тупые менты! Ну заткнись, иначе за хамство тебе еще больше влетит! Как я ненавижу копов! Вау, какой он классный! Вау! Эй, а как же Уна? Отвали, тут поинтереснее будет. Я вам всем еще отомщу. Да заткнись ты уже. Идем, Кэсси, нам еще задание выполнять. Эй, выскочки ментовские, слышите? Вам конец! Вау, ты такой классный. Ты что тут стоишь? Еще и вылупилась, ты кто? Я дочка комиссара Нейта. А, так ты ментовская дочка, да? Фу, крыса! Фу, да чтобы всех посадили, и надолго! Ага. Эй, слышишь, вставай давай, полежать хочу. Фигушкин, мое место! Как же! Она открывается! Откройте кто-нибудь! Что это бешеная ломится? Не знаю. Ты что, тоже хочешь сесть? Так давай ко мне в женскую тюрьму и будем подругами. Отвали! Я с уголовниками дружить не буду! Ева, ты что делаешь? А, вам какая разница? Хочу в гости к заключенным! Идем. Там нужно для осужденных еду приготовить. Будешь с нами овощи резать. Нет, я не буду. Это приказ твоего отца. Немедленно выполняй. Нет, нет. Ну что, заключенные, пора проверить ваши знания. Сейчас на доске будут появляться вопросы, а вы ответы пишите на листках. Всем ясно? Ясно. Только если ничего не знаю, то что тогда? Когда будешь чистить унитазы. Поняла? Нет, только не унитазы. Где чаще всего можно видеть этого человека? Я знаю, прикинь, я знаю! А ну тише там! О, а я воровал кое-что с его изображением. Легкотня. Ответы показывайте. А я не буду вам показывать ответ. Он вам не понравится. Хочешь туалеты мыть? Ладно, вот мой ответ. Что? Это ты нам? Сам туда иди! Вон отсюда! Выходи за дверь, быстро! Yes! План побега сработал. Всем спасибо и пока! Не понял. А куда это ты собрался? Как это? На волю. Что? Кэсси, Китти, а ну быстро гоните заключенных за решетку! О, ну понятно, да конечно! Папа, спаси меня! Что, от кого? В доме преступники? Ага, Тина, трусишка, трусишка! Синди, ты где взяла дубинку? А вот где взяла, уже и нету. Тина, иди сюда! Нейт, это ужас, девочки сошли с ума! Я вижу! Это все из-за тебя, Фарказа! А я тут при чем? Твоей работы в тюрьме, мои дочечек разбили! Хватит! Я ж не виноват, что наши дочки того! Эй! Это ты у нас того! Стой! А где Ева? Ева! Кто ее видел? Так она у меня в тюрьме сидит с преступниками! Что? Ты обидел? Оставил мою доченьку с преступниками? Ну, это в целях воспитания! Ой, мамочка, мамочка, мамочка!
Кристи, я сейчас же скажу, чтоб она ехала сюда! Мы будем жаловаться! А ну тихо! Вам что, срок прибавить? Мы написали письма, и скоро сюда приедет проверка, и вас всех посадят! Да! Посадят вас! У меня уже от вас голова болит. Проверка, значит? Ну хорошо, значит мы для проверки устроим концерт заключенных. Что? Для сайта теперь проверкой. Иначе сидеть вам тут лет 20. Сеструха, ты, короче, сейчас вообще не поверишь, что только что было. Ева, ты ненормальная. Ага. Давай рассказывай, что ты бешеная такая? Не бешеная, а влюбленная. Короче, я только что была в тюрьме у папы, и там привели преступника. Ева, если это преступник, то о какой любви тут можно говорить? Он такой, короче, такой весь заходит, такой весь дергается, типа такой крутой. А потом я подхожу к нему знакомиться. И он начал тебя посылать? Да, а как ты угадала? А он, короче, еще начал плеваться так. А так все и было. Лечись. Как ты могла влюбиться в уголовника? Фу, кринж. Да не, ну это же быть, ну это мечта. Быть девушкой бандита. Моя доченька, моя маленькая, как ты? Мам, да все нормально. Наш папа совсем уже оставить мою любимую солнышко с какими-то бандитами в тюрьме. Нет, мамуль, ну все нормально. Мне очень даже понравилось. Я даже там с преступниками почти подружилась. Ой-ой-ой, Ева, это точно ненормально. Мы ее только откачали, а ты... Синди, что ты делаешь? Я плююсь, как тот заключенный, что Ева говорила. Мелкая, подслушивать нехорошо. Привет, семейство! Как у вас дела? Даже не знаю, что сказать. Вы представляете, я хочу для заключенных устроить концерт. А детям уделить время ты не хочешь, Нейт? Дорогая, ты чего? Ну это же моя работа. Вот хочу Тину попросить помочь. Не-не-не, ну нафиг, я ненавижу тюрьму заключенных. Я туда не пойду и помогать не буду. Тина, ты куда? Кто тогда будет по... Я буду! Я могу помочь и с концертами, и со всем, чем надо. Только возьми мне письмо, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ева, что с тобой? Ты ж не хотела туда идти. А теперь хочу. А еще я могу и ночью дежурить. Ну, да-да-да, возьми, 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 возьми. Ева, конечно, можно. Только, мама, не нервируй. Ага, а то она этого не переживет. Ура, 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 наконец-то я вижусь. Кристи, да. Ева, а можно я с тобой пойду? А, конечно, можно. Отсыешь моего Криса? Проходите, давайте быстро. Зачем мы сюда пришли? У нас по расписанию должен быть дневной сон. А сами виноваты. Проверку кто вызвал? Вы! Офигеть! Привет, привет, привет! О, опять эта сумасшедшая пришла. Значит так, у нас будет концерт, и Ева вам поможет. Я тоже буду помогать. Ну и Синди. Так, все, я пошел к себе в кабинет. Ну что, ребята, какие у вас есть таланты? Что вы можете показать на концерте? У меня талант угонять тачки. А у меня талант воровать золото. А, так вот куда мое кольцо делось. А ты что умеешь? У меня талант плеваться, хочешь покажу? Нет, нет, не надо, ты чего? Так, ну и кто тебе из них нравится? Что ты делаешь? Не, не такое уж и хамло. Слышь, мелкая, ну отвали, а то сейчас получишь. Это тебе нравится? Синди, свали, ты что делаешь? Какой позор, какой позор. Так, значит, вы идите сами, готовьтесь, а я сваливаю.
Это трэш! Как стыдно! Нужно быстрее отсюда смыться! Стой, 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 стой! Ты куда? Да, подальше! Ты ведь уже понял, что мне нравишься, да? Реально нравлюсь? А я думал, ты сумасшедший и просто ломишься ко мне за решетку. Ну, это, если что, ты мне тоже симпатична. Правда? Слушай, а может тогда я помогу тебе сбежать? У меня папа как раз управляет тюрьмой. Отличная идея! Стоять! Немедленно руки за спину! Сбежать хотел, пигушки! Я ему, походу, тоже нравлюсь. Я помогу ему выйти, и мы будем вместе. Ну что ж, мы готовы проверить вашу тюрьму. А куда вы нас привели? Представляете, заключенные подготовили вам концерт. Да? Как интересно. Присаживайтесь. Папа, мам, мы готовы. Можем начинать? Конечно, конечно. Крям-крям-крям-крям-крям-крям-крям! Это Элис сидит уже 2 месяца. Какая прелесть! Девочки, спасибо, сейчас будут остальные. Ева, запускай! Пошумим! Мы сидим в тюрьме! Нет, хуже места на земле! Нас наказывают и унижают! А еще мы не доедаем, потому что комиссар Нейт полный рэп! Браво! Браво! Крутой рэп, йоу! И правда, очень круто! Мистер Нейт, у вас очень хорошая тюрьма! Всем бы такие условия, как тут! А пойдемте, я вам еще экскурсию проведу! Блин! И что делать? Нам не вышло пожаловаться! Быстро в камеры, концерт окончен! Ева, а ты помнишь тот потайной ход отсюда? Ну да, помню. Ну не терпи, бери своего краша и бегите на свидание. Мелкая, капец, ты умная! Камеры, заходим быстро. Сегодня вам уже и так много всего позволили. Вау, вот это да! Как вот классно! Тюрьма это круто! Девочка, а может давай мы поменяемся? Ты сядешь, а я выйду. Не-не-не-не, я на это не поведусь. Ты что делаешь? Какая вкуснятина! Я так давно не ела мороженое. Что за странный звук? Даже не знаю. А, это, наверное, Ема и Крис ползут по вентиляции. Да как они туда забрались? Крисси, это же тайный ход, они сбежали! Наконец! Погнали быстро их догонять! Ой, я походу это зря. Крис, давай быстрее догоняй! Ева, что ты уже придумала? Зачем мы ползем по вентиляции? Я тебя выведу на волю, доверься мне. Ну тогда ладно, давай. Вот, короче, я вообще не виноват. Это меня напарник подставил, ну вот я, короче, и влип. Так интересно рассказываешь. Капец. Короче, еще как-то я разбил витрину в магазине и все бабки спер. Вау, а я тоже так хочу. Че не врешь? А, бургер ведь вкусный, да? Но я же... Цаца, да? Такое не ешь, только элитную еду врешь, да? Крис, но... Так, затухни. Дай поесть нормально. Ладно, кушай, тебе нужнее. Кстати, а у тебя есть вообще деньги, чтобы расплатиться за все это? Вообще-то нет, но... Опа. Сейчас будут. Вон, видишь того старика? Вижу. Ой, сейчас покушать себе возьму. Слышь, дедуля, сорян, но похаваешь в другой раз. Эй, ворюга, стой! Спасите, меня обокрали! Дедуля, а ну не орите, а то сейчас моего Криса словят и посадят. И правильно сделают. Вы совсем? Он моя любовь, я не могу без него. Помогите, помогите! Вот это я крутышка! Сейчас набью себе татушку и буду как все крутые преступники! Ребята, угадайте, какую татушку я себе набью, пока меня не спалили. Бегом пишите, пишите. Что это так противно жужжит? Мам, все в порядке, я бью себе татушку. А, ну хорошо тогда. Что? Татушку? Синди, ты офигела? Ты совсем? Ну, мам, ну что такое? Ну, я буду крутая, как преступник. Ну, Нейт, я его прибью!
Слышу, меня вспоминаете? Нейт, твоя работа портит нашу семью! Ничего она не портит. Алло, да. Как это? Ева обокрала старика? Что? Ева воровка? Что? Нет! Мамочка, спокойно. Только не надо у меня в обморок падать в комнате. Достали! Я что, виновата, что влюбилась в Криса? Эй, я тебе не мешаю? Ты что ноешь? Что случилось? Тина, Тиночка, папа мешает моей любви с Крисом. Он посадил меня под домашний арест. Да уж. Девочка, не плачь, все будет хорошо. Нет, нет, ничего не будет. Наш папа злой полицейский. Хочешь, я подниму тебе настроение? Смотри, это я татуху набила. Ева и Крис. Синди, ты зачем это сделала? Если папа увидит, то нам всем конец. С ним просто нужно поговорить. Ты права. Пойду и попрошу, чтобы он снял Еве арест. Зак, ты что делаешь? Я качаю свой палец. Хочу, чтобы он был самый сильный, и я мог открывать им двери. Так, ну что тут у нас? Все в порядке? Нет, ничего не в порядке. Нас нужно покормить. У меня ПП вообще-то. Черт, еда только по расписанию, никаких исключений. Папа, нам серьезно поговорить. Ой, доченька, ты пришла в гости. Что там у тебя? Да, я хотела сказать, что Ева... Что, Ева? Опять плохо себя ведет? Да, Сами. Какой же он красивый. Привет, красотка. Я Зак. А тебя как зовут? Тина, ну отойди отсюда. Я запрещаю тебе разговаривать с заключенными. Ну почему? Она уже поговорила и стала воровкой, как Крис. Давай, кто дочь сама воровала. Я тут ни при чем. Тина, иди отсюда немедленно. Какая милая. Вот бы мне такую девушку. Что ты сказал? Ничего, вам послышалось. Надеюсь, Тина поговорит с папой, и меня выпустят из дома. И я наконец-то встречусь с Крисом. За что? Смотри, Тина, что происходит? Это конец. Наш папа тиран. Ты поговорила с ним? Меня отпускала? Я влюбилась в Зака. Он такой, такой. Ну и что ты наделала? Ты чего ты туда пошла? И что, виновата, что нашего папы в тюрьме такие красивые заключенные? Офигеть, что нам теперь делать? Не знаю. Нам нужно пробраться туда. Зак мой краш, у него такой сильный палец. Да. Все ясно. Нужно все брать в свои руки. И спасать девочек. Нам кое-куда нужно сходить. Синди, хватит. Куда ты нас тащишь? Потом узнаете. Просто пойдем прогуляться возле работы нашего папы. Так, мне нельзя выходить из дома. Я под домашним арестом. Папы нет дома. Есть возможность смыться. А я не поняла, куда вы собрались? Мама, гулять. Ева наказана. Или я сейчас папе наберу? Мам, не нужно. Мам, я не виновата. Папа просто все не так понял. Да, можно мы пойдем погуляем и через часик вернемся? Нет. Мам, нам же на маникюр нужно. Вот. Какой ужас! Ладно, бегите, конечно, я вас прикрою. Спасибо. Кушать! 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 А ну не орать мне тут! Кто громче всех, тот меньше ест! Наконец-то нас покормят! Сегодня блюдо из элитного ресторана! О. Что это? Бим! Ты хотела правильное питание, вот и получай! Но это же помои! А вы только такого и заслуживаете! Я еще отомщу этим полицейским! Ну а это еще что? Жду тебя на прогулке в 6, Ева. Она что, меня хочет спасти?
Фу, как это можно есть? Опа, записка. Жду тебя на прогулке в 6, Тина. Офигеть, Тина хочет со мной встретиться. Что вы там ковыряетесь? Кушать не хотите? Нет, все очень вкусно, нам все нравится, да. Вот это правильно. Не то, что наша выпендрежница Элис. Я не буду есть! Не буду! Вот истеричка, достал. Давайте, время уборки территории. Ну что, тут уборщики? Ага. Девочки, слушайте, а может, ну, как-то договоримся? Я не хочу убирать это все. Ну, вообще можно. Ты взятку предлагаешь? Офигел? Я сейчас комиссару Мэтту нажалуюсь, и тебе конец! Так, все, понял. Не хотите взятку, не надо. Так, давайте, убираем тут все. Так, нужно идти к Тине, она уже ждет. Надеюсь, я уже на месте. Не поняла, а куда они ушли? Ты что тут делаешь? Я? А тебе какая разница? У меня дела. Ну, у меня тоже дела, и что? Опа, а вот и мы. Не поняла, как это? Синди, объясни. Я подкинула парням записки, что вы с ними встретитесь в 6. Ну ты даешь, мелкая. Ну, вы делайте, что хотите, а я пошла. Синди, молодец, устроила нам сюрприз. Так что, валим? Конечно, валим. Тина, я так рад тебя видеть. Давай тоже сбежим. Не знаю, мне стрёмно. Я никогда с уголовниками не гуляла. Ничего, мы это исправим. Крис, ты зачем решил обокрасть магазин? Того старика было мало. Не знаю, это просто привычка. Молодец, теперь у нас вместо свиданки побег. Ага, бежим. Если что, комиссару Нейту ты будешь объяснять. Правда, я тут при чём? Да я тебе сейчас... Ну что, полицейские, вот вы и попали. Ну что, девчонки, как дела? Заключенные хорошо себя вели? Комиссар Нейт, а вы знали, что Крис и Зак пропали? Что? Как? Где? Не понял, Кесси, Китти! Мы не понимаем, о чем вы. Заключенные сбежали, а вы дурочек из себя строите. Сбежали? Заключенные? Я вас уволю! Немедленно окружить район, вызывайте подмогу, нужен план перехвата! Так, это самое офигенное свидание. Я старался. А где ты такую тачку взял? Ну, как тебе сказать, я просто... Ой! А почему там какая-то женщина бежит и машет руками? Черт, это владелица этой тачки, а я ее угнал. Угнал? Зак, ты совсем? Тина, валим, если нас поймают, мне влетит еще больше. Фух. Опа, вернулись. А я уже думала, с концами сбежали. А у нас не получилось сбежать. Нас спалили. Нас тоже. Вы уволены. Вы не нашли преступников, которых потеряли. Как это не нашли? А это тогда кто? Где? Здравствуйте. О, а как это? Что я пропустил? Мы же говорили, что все сделали. Мы хорошие работники и всегда найдем преступников. Ну, молодцы. Вот вам премия тогда. Спасибо вам. Вашу премию с нами пополам делите. А это еще почему? Потому что мы сами вернулись и вам не влетело. Ну, бандиты, мы вам еще отомстим. Пока есть время, решил домой соскочить. Ну, как дела на работе? Все хорошо? Ой, да вот, будем переводить преступников в тюрьму в другом городе. Что-то они совсем буйные стали. Что? Ой, это правда? Крис и Зак как переводят другую тюрьму? Нет, только не это. Мы же не сможем их видеть. Привет, папуля. А ты все еще злишься, да? Злюсь. У тебя все так же, домашний арест. Не будем терять время. Я знаю, что делать. Ты уверена? Да. Только давай быстро и резко. Доченька, ты чего? Папа, мама пропала. Как пропала? Я же только что с ней говорил. Ее нигде нет.
Так, спокойно, мы сейчас узнаем, где она. У нас же весь дом камер наблюдения. Ты зараза! Крися, ты это чего? Все из-за тебя! Ну, видишь, доченька, мама нашлась, а ты говорила, она пропала! Так твои дочки меня и похитили! Что? Да, Ева и Тина накинули на меня плед, закрыли меня в подвале и сбежали! Вот козы! Я сейчас же их найду и накажу! Девочки, ну вы это, конечно, ловко придумали, да. Так, а когда ты выйдешь из тюрьмы, будем встречаться? Я думал, мы уже встречаемся. Да? Офигеть! Прием, прием! Кейси, идите, вы на связи? Да, комиссар Нейт. А девочки мои у вас? Да, у нас. Пришли в гости. Тогда быстро садите их в тюрьму. Расходили туда оставаться, пусть сидят. Я уже еду. Ого, вот это поворот. Ну все, вечеринке конец. А вы, ты красавица, переодевайтесь в форму заключенных. Папа, и чего это ты решила в тюрьму посадить? Ну вы же мечтали сюда попасть. Так посадил бы нас за решетку для наказания. Нет, вы будете на ночной смене шить рабочую одежду до утра. Все, можете начинать. Папа реально думает, что мы будем шить? Ага, конечно. Опа, Ева, смотри, иголки. Зачем тебе иголки? Ты реально шить собираешься? Нет, мы с их помощью можем открыть решетку Криса и Зака и с ними потусить. Точно, бери тогда давай и погнали. Так, нужно быстро и тихо все сделать. Главное, Элис не разбудить. Давай, давай. Есть походу. Что такое? Просыпайтесь! Мы открыли решетку и теперь сможем быть все вместе. Не, ну девки, вы, конечно, четки. Мы настолько вам нравимся, что вы готовы пойти даже на такое. Ну, вообще-то да. Так, мы с Заком пойдем прогуляемся по полицейскому участку. Ну, а мы с Крисом тут останемся, да? Ой, ну тихо! Зак, Крис, дайте поспать! Доброй ночи. И тебе, бабочка. Что? Ты с ним? Тина, какой ужас! Тина, мы решили тоже с Крисом с вами по полицейскому участку прогуляться. Ой, папа. Ева, ты тоже продолжаешь возиться с преступником? Мои дочки связались с бандитами. Блин, и что теперь делать? Сначала мама, а теперь папа. Да, Бобик, пошли. Девочки, я вас так накажу, что вы сюда дорогу забудете. Кесси, Китти! Слушаю, комиссар Нейт. Значит так, первое, верните этих уголовников назад в камеры. Хорошо, все будет сделано. Второе, вы уволены. Ну за что? Какой позор! Мои дочки связались с преступниками! Это точно позор! Я от вас такого не ожидал! Нейт, это все из-за тебя! Твоя работа ужасная и портит нашу семью! Одна Синди у нас адекватная. Доченька, иди, я тебя обниму. А это что у тебя? Это душка. И ты туда же! Я точно виноват во всем, что происходит в нашей семье. Пап, прости нас, пожалуйста. Ну, я просто влюбилась в Криса. А я в Зака. Папа, выпусти их, пожалуйста. Мы их перевоспитаем, правда. А знаете что? Я так и сделаю. И я больше не буду начальником тюрьмы. Ура! Ну, вот и все. Я уволился из тюрьмы. Нашей семье это только на пользу пойдет. Папа, где Крис и Зак? Тина! Зак! Наконец-то ты вышел из тюрьмы! Я так долго тебя ждала! Не поняла. А где Крис? Его не выпустили? Ева, Крис просил передать тебе вот это письмо. Что?
Кто это? Здорово, Евка. Короче, я решил смыться по тайному ходу, который ты мне показал. Не хочу с тобой пересекаться, ты мне не нравишься. Это всего лишь был план, чтобы просто сбежать от тебя. Папа, меня Крис кинул, как он мог! Что ж, доча, я уже ничего не сделаю, я больше не начальник тюрьмы. Значит, я сама стану начальником тюрьмы, найду этого Криса и посажу этого придурка надолго! Доча, не смей, я этого не переживу. Чуть вылупилась, ты кто? Дочка комиссара Нейта. Стоять! Чего ты улыбаешься? А ну быстро верните заключенных за решетку. Почему-то я... Один момент. Забыл. Давайте еще раз. На! Секунду тут. Синди, ты где взяла биту? Ой, биту. А ну не орать! Кто громче всех, тот меньше ест. Блин, браво! Гуша! Как это не нашли? А это кто? Что? Где? Кто? Какой вопрос? Что? Где? Когда? Блин, Тони не сказал! Не, ну капец.